Много раз я была в Крыме, и Ялта один из моих любимых городов, Алушта, Севастополь. И я никогда не разделяла, что Крым — это не наш. Крым всегда был наш, просто сейчас это признано официально. Ну, вообще, все события с Украиной — это вообще печальная история. Но раз так получилось, значит, тому так быть.